Вон, друзья, выстрел тут несколько. С этой стороны от острова. Там Михалыч выставляется. Сколько выставил, говорить не буду. Потому что как-то мне тут летом комментарии писали, что разрешено 10 желез на одного человека. Даже ссылку мне скидывали. Я посмотрел закон. Так что ладно. Сколько стоит, столько стоит. Количество не знаю. Сам не считал. Сейчас все, Михалыч выставляется. А я поехал обедать. Потом дальше подумаем, что. Мы после обеда, друзья, ездили, еще рыбачили там опять. Я там тоже еще желез воткнул. Ну, в той стороне там. И желез там воткнул, и рыбачили там. Михалыч там еще оставался. Такая у меня самоделка. На уху наловил. Супчик, говорит, мы дома поедим. Здесь на уху, говорит, есть. Ухи хочет. И сделать ухи именно на костре. Ладно, пускай занимается ухой. А я хочу вон ту березу старую завалить. Что у нас скоро вот-вот упадет в озеро. Как раз сейчас ее завалю, да, и на бересту пойдет, да. В печку остальное. Вот так вот. Желез посмотрел, пока ничего не размотано. Прямо через эту, опять через камеру. Она же у меня как бинокль. Вот такие листы Михалыч привез. Фонарь. Потом на потолок сделаю. Березы-то сколько-то привез. И второй раз привез. Вот он, вторую партию привез. Сейчас покурим. Будем таскать и пилить на чурочки. Костерчик разгорается, котелок стоит, рыба почищена. Что еще надо? Ладно, жерлички глянули, то сейчас устемнеть начнет, пока ничего.
надоели, будем заниматься берестой. Друзья, всем доброе утро. Начало третьего дня у нас. Погодка опять изменилась. Валит снег, за ночь навалил сантиметров 15. Я думал, жалиться не увижу, но он что-то какие-то очертания видно. Традиционно там не снимал. Вчера, ну, Михалыч тоже не снимается. Вчера мало тут снимал. Ухи поели тут. Поразговаривали, дровишки чуть-чуть. Сейчас по планам прокачусь, по жерлицам. Поближе конкретно посмотрю, отряхну. Ловить ничего на удочку не буду пока. Три живца у меня есть, мало ли что, со вчерашнего дня. И сюда буду здесь что-нибудь заниматься. Как-то так, так что смотрим и переключаемся. Я вижу, что сработок нету. Флажки не горят. Так, сейчас пройду, от снега немножко почищу. Замерзнуть и так не должно, а то совсем засыпет нам. Вот так вот. Бывает еще так, надо поглядывать. Бывает, флажок не сработает, а эту размотает леску. Были и такие случаи.
Там лед такой, и тут сантиметров 10 воды, потом корочка еще льда. Вот эта корочка и держит. Она будет проваливаться, будет капец. Так отсюда видно, он периодически поглядываю на жерлица. Пока тут делишками занимаюсь. Михалыч поехал туда куда-то там половить, окунька побольше поискать. Снег валит и валит. Если так будет валить, то к завтрашнему утру точно не увижу их. Вечером поеду еще, что-нибудь сделаю. Ну, тент купил, а все равно я фуфайками закидываю. Вот. Как-то привычнее, вон тент. Вот, китайский хозяйственный. По-моему, 3x3. Специально покупал, думаю, накрывать. Что-то там даже с подписчиков советовали. Ладно, Михалыч приехал на обед. Будем сейчас обедать. Кирпичи. Такая куча, смотрите, веса куча такая. Елки-палки. Пускай тут валяется, потом летом куда-нибудь приберу. Так. Ну так, друзья, сделал кирпич. Камни выкинул, от них и толка нету, и место занимали, и вес какой висел тут большой. Так сделал, тут проволокой обтянул, хотел до самого сделать, но что-то передумал, так оставил. Вот тут еще 4 кирпича есть, тут их так приткнул, пускай так. Ну и сзади также сделал. Вот тут еще пару камней оставил, чтобы дрова ложить, чтобы не прикасались совсем. Как-то так, пишите, мало ли чего. Дровишек накололи. Еще, друзья мои, один лист. ДВП один. ДСП, вернее, лик, наверное. Пихнули. Остатки там на чердак положил. Но в следующий раз приеду, доделаю. Вот такой светленький. Сейчас скоро будем готовить ужин. Правда, еще светло так на улице, хорошо. Ветер, снег. Но ужин у нас будет тушеная картошка. С тушенкой. Какой, не буду говорить. А то опять я там, скажете, там, Мясной Союз прорекламировал. Это знает, кому я говорю. Жерлицы глянули, пока нифига. Что у нас на градуснике? Минус 6. Ладно, нормально. Хожу, думаю, завтра домой поехать или... Или послезавтра. Михалыч завтра поедет. Друзья, очистили картошку. Как-то были комментарии, что очистки очищают дымоход. Мы сейчас тоже их туда. Так. Опа.
пускай чистит. Процесс идет. Потом туда еще луку, консервы. Ну и лаврушку еще бросим. Уже посолил я. Пол ложки пока бросил. Дальше посмотрим. Друзья, ну что, у нас заканчивается третий вечер. Ужин я, мы уже поужинали, ужин я не снимал. Тут просто сейчас включился, вспомнил, что тут я тут записывал некоторые комментарии. Хотел тут что-то рассказать, что вспомнить, что-то это писал. Хорошо, что пишете, там вроде стараюсь отвечать на все комментарии адекватные. Тут был комментарий как-то, правда, летом. То, что у меня в избе как мох сфагнум. Типа он воду тянет, будет гнить. Надо кукушкин лен. Мох я вот делал вот такой. Я не знаю, конечно, что это за мох. Сфагнум или кукушкин лен. Но делали такой, как мне говорили. Брали его сырой, прямо в сыром болоте. Длинный вот этот. Делали такой. Так что комментарий напишите, кто знает, если что это за мох. Сфагнум или кукушкин лен. Что тут еще были? Рассказать про бобров. Ну что про бобров рассказывать? Знаю одно, короче, оно вкусное. Короче, мне больше нравится, что... Вот, Михалыч смеется. Мне нравится больше одно, то, что он лучше лося и лучше медведя. Мясо вкуснее. Ну, посмотреть канал Fishing Pro. Советовали мне, там все про морды. Ну, про морды, я думаю, сейчас конкретно говорить ничего не буду. Скажу одно, что тоже советовали. Есть там у нас ручевина, где там не замерзает, можно было ставить. Но туда я сейчас не ставлю, как так у нас вообще зима, наверное, не как у всех. Вообще капец какая. Там, короче, можно и на лыжах провалиться. Если в прошлую зиму нормальная зима была, и то я там на лыжах провалился. Так, что дальше поедем? Ну, тут я тут все записывал, чтобы повторить опять. Неоднократно повторяю, что я с Архангельска. Почти в каждом видео пару раз комментарии приходится писать. Хотя это все у меня написано в описании канала. В планах у меня есть уже... Я закуплю карася, попробую карася сюда закинуть. Неоднократно комментарии писали. Посмотрим, выживет, нет. Ну, этот я про помост или трап, или как его тут уже говорил в прошлом видео. Ну, тут советовали, можно и сейчас делать. Ну, сейчас я буду в бурюсь, я буду прямо просто в землю буриться. Я подожду, когда уйдет снег, лед немножко хоть поднимется. И тогда буду бурить и забивать коля. Картофельные очистки в печку. Ну, это я уже сегодня снимал. Мы закинули. Несколько комментариев было про мой черпак, которым я черпаю лед. Ну, не знаю, у меня новых два лежат на чердаке покупных. Мне как-то тут больше по душе. Ручка какая-то деревянная такая, изогнутая. Как-то убрать удобнее. Как-то вот так. Потолок фанерой, да? Потолок мы начали уже один лист сделали. Там еще есть. Вот два или три листа, уже не помню. Три листа. В следующий раз поеду, доделаю. Ну, леску салом. На жерлицах советовали мазать. Чтоб не замерзало. Ну, у нас я тут ничего не мазал, потому что что тут. Правда, я не знал, что двадцатка будет. Первую ночь-то двадцатка была.
А, ну, еще тут комментарии были, советовали попробовать жерлицу без поводка. У кого-то это лучше работает. Ну, я не знаю. Сейчас я не стал это пробовать. Может быть, потом в марте, в апреле попробую. Сегодня у нас, кстати, 29 февраля. Где-нибудь числа 15 марта я поеду сюда снова. Буду пробовать кормиться, искать сорожку. Или плотва, у кого как. А ну туда писали, менять живца там кого-то там. Можно ленька, можно карася, можно еще чего-то. Ну это все в будущем, может быть, будет. Ну ладно, а так пока все. Завтра у нас 4-й день. Завтра я поеду домой. Завтра утром будем сниматься. Жерлицы снимаю. Сушу. Собираемся. Наводим порядки. И домой на поезд. А сейчас досматриваю пару серий. Банькать. Ну а с вами мы уже увидимся завтра. Не переключаемся. Друзья, всем доброе утро. Начался 4-й день. Сейчас снегопад шел и шел. Опять сантиметров 10 снега навалило. Ну, вроде пару штук он вижу. Значит, и остальные найду жерлицы. Думал, завалит, что не найду. Сейчас снимаемся и домой. Традиционно позавтракали, как обычно. Ветрище. Против ветра надо будет ехать, неудобно. А, буксировщик заправляю, грею и погнал. На озере включимся еще. Друзья, ну что, жерлицы все снял. У Михалыча было две пустых размотки. У меня вообще ничего. Погодка стала капец. Солнышко. Ну, правда, ветер есть. Отошел, тут стою, ветра где нету. Так, как всегда, получилось все без рыбы. Ну, ладно, мы не отчаемся. Опять съездили, отдохнули от городской суеты. Порядки уже в избе навели. Сейчас буксировщик все гружу. И погнали домой. Ну а с вами мы встретимся в следующем видео. Всем пока. И хвоста, не чешуи.